Сашка, скажи честно, послушает класс, ты на этот раз только не обманывай нас. Почему ты в школу 2 дня не посещал? Кому ты время строго учебное посвящал? Мама стирала трусы мне в первый день, остальные тоже в стирке были в тот день. Честное октябрёнское, не вру же я. А на второй день не обманывай меня. На второй день пошел с утра я в школу, прохожу мимо вашего дома по приколу, смотрю, ваши трусы тоже сохнут, о боже, я подумал, и вас в школе не будет.